Какая страна показана на карте? А. Германия, Б. Франция, В. Италия, Г. Болгария. Правильный ответ А. Германия. Интересный факт. В разное время столицей Германии было Айхен, Регенсбург, Франкфурт-на-Майне, Нюрнберг, Берлин, Веймар и Бонн. С 1990 года столицей страны снова стал Берлин. Какой стране принадлежит флаг? А. Португалии, Б. Уругвай, В. Коста-Рики, Г. Греция. Правильный ответ Б. Уругвай. Изображение на флаге достаточно символично. Это восходящее солнце Соль-де-Майо, майское солнце. Именно так, в виде человеческого лица, древние инки изображали бога солнца Инти, который имел 32 животворящих луча. Назовите государственную валюту Бразилии. А. Евро, Б. Франк, В. Реал, Г. Доллар. Правильный ответ – В. Реал. Относительно новая валюта. Появлению реала в 1994 году предшествовал период гиперинфляции. С 1942 по 1994 годы в Бразилии национальные валюты обесценились в 7 раз. Какая страна изображена на карте? А. Перу, Б. Чили, В. Бразилия, Г. Португалия. Правильный ответ А. Перу. Самой главной достопримечательностью Перу является Мачу-Пикчу. Это древний город инков, основанный несколько сотен тысяч лет назад. Он находится в прекрасном состоянии, время ему не подвластно. Назовите столицу Португалии. А. Барселона, Б. Лиссабон, В. Лима, Г. Сантьяго. Правильный ответ Б. Лиссабон. В Лиссабоне находится стадион Света, один из самых больших и известных в Европе мест проведения чемпионатов по футболу. Здесь проходят домашние матчи главной спортивной команды страны – Бенфика. Назовите страну, которой принадлежит этот флаг. А. Гавайи, Б. Сейшельские острова, В. Аргентина, Г. Бразилия. Правильный ответ – Б. Сейшельские острова. Сейшельские острова – это архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов. Здесь много пляжей, коралловых рифов и заповедников, в которых водятся редкие виды животных, в том числе гигантские черепахи. В какой из этих южноамериканских стран официальный язык португальский? А. Чили, Б. Бразилия, В. Аргентина, Г. Перу. Правильный ответ Б. Бразилия. Несмотря на то, что в стране проживает огромное количество иммигрантов и в ходу более 170 языков и аборигенных диалектов, португальский – единственный официальный государственный язык Бразилии. Его используют в повседневной жизни абсолютное большинство граждан страны, а на остальных разговаривают менее 1% жителей. Какая страна изображена на карте? А. Турция, Б. Индия, В. Казахстан, Г. Армения. Правильный ответ – В. Казахстан. Казахстан – это крупнейшее государство, расположенное одновременно и в Европе, и в Азии, не имеющее при этом собственного выхода к океану, а еще в Казахстане 3 часовых пояса. В какой стране самый большой запас нефти? А. Россия, Б. Саудовская Аравия, В. Ливия, Г. Венесуэла. Правильный ответ Г. Венесуэла. По данным на конец 2011 года, доказанные запасы нефти в Венесуэле составляют 296,5 миллиарда баррелей, или около 18% общемировых запасов. Саудовская Аравия на втором месте – это 16%, а на третьем месте – Канада – 11%. Правда, неожиданно, что Россия даже не входит в первую тройку. Назовите столицу Таджикистана. А. Душанбе, Б. Грозный, В. Ереван, Г. Милан.
Правильный ответ А. Душанбе. Интересный факт. Слово Душанбе в переводе с таджикского означает «понедельник». Интересно, почему тогда Миронов пел не про жителей Таджикистана, а про жителей Африки? Было бы гораздо логичнее. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Больше всех кофе пьют бразильцы. Как бы это ни было похоже на правду, но это ложь. Чемпионами по потреблению кофе являются представители страны, где он даже не растет. Шведы потребляют в среднем 388 миллиграммов кофеина на человека в день. На вершине Эвереста есть мобильная связь. Возможно, многих это шокирует, но это правда. Ведущий китайский оператор мобильной связи China Mobile закончил установку ретрансляционной станции сотовой связи четвертого поколения 4G по технологии LTE на склоне Эвереста. Оборудование сотовой связи было предоставлено компанией Huawei. В пустыне Сахара никогда не выпадал снег. И это ложь. Событие редкое, но правдивое. Первый задокументированный факт выпадения снега в Сахаре был сделан 18 февраля в 1979 году. Площадь России больше, чем площадь всего Плутона. И это правда. Давайте посчитаем. Площадь поверхности Плутона составляет 16 миллионов 650 тысяч квадратных километров. Это эквивалентно 0,33 площади Земли. Площадь России 17 миллионов 98 242 квадратных километра. Это гораздо больше, чем маленькая планета на краю Солнечной системы. Напомним, что Россия – самая большая страна в мире. Мертвое море – это действительно море. Вот такая вот ложь. Мертвое море – это бесточное соленое озеро между Израилем и Иорданией. Первое упоминание названия Мертвое море найдено в трудах древнегреческого ученого Павсания, живущего во II веке до нашей эры, который одним из первых исследовал его воды. Озеро определяется в названии мертвым, потому что считалось, что из-за высокого содержания соли в нем не может жить ни рыба, ни другие организмы. Но позже стало известно, что все-таки там обитают некоторые виды бактерий. В какой стране официальная валюта лев? А. Чехия, Б. Болгария, В. Эстония, Г. Эфиопия. Правильный ответ – Б. Болгария. Между какими странами самая длинная сухопутная граница? А. США и Канада, Б. Россия и Казахстан, В. Китай и Россия и Г. Германия и Франция. Правильный ответ – Б. Россия и Казахстан. Какой стране принадлежит этот флаг? А. Норвегия, Б. Швеция, В. Дания, Г. Монако. Правильный ответ – В. Дания. Назовите столицу Бельгии. А. Стокгольм, Б. Брюссель, В. Вена, Г. Оттава. Правильный ответ – Б. Брюссель. С какой страной не граничит Россия? А. Норвегия, Б. Литва, В. Армения, Г. Польша. Правильный ответ – В. Армения.